Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть драконы, всадники Олуха. Четвертый день, забираем награды. Так, и самый главный вопрос: доступно ли событие? Так, точно, ребята, драконий корень распространения. Доступно 4 дня 21 час. Это говорит о том, что событие будет длинным. Да? Ну да, очень длинное событие. И я вижу, в конце у нас 200 рун будет даваться. Ладно, к этому мы вернемся чуть попозже, а сейчас давай забирать награды. Так, одно копьишко нам досталось. Всего лишь одно. Так. Заберем, пожалуй, ресурсы. И беззубика отправим. Беззубика обязательно надо отправлять. Дальше продолжать искать копья. Сколько вообще нам нужно еще? Ну, приличное количество. Что уж тут греха таить, да? Очень много. Так, давай здесь глянем, нам не надо ничего, отказываемся сразу же. Насобираем сейчас нужное количество древесины для того... Вот, все, ребята, накопили, давай ставить на улучшение нашу катапульту. Сколько там? Ну, 18 часов оно будет улучшаться, как ты видишь. Блестящий янтарчик тут забрали. И продолжаем забирать наши награды. Так, рыбу забираем. Этого... пока не получится никуда отправить, к сожалению. Пока. Так, гнилец, гнилец. Что у тебя? Тебя, наверное, обучать надо отправлять. А, не хватает дерева. Ладно, сейчас попробуем насобирать. Вперед. Вперед. Вот, уже и хватает. Ну что, гнилец, иди обучайся, коль такое дело. Будешь получать у нас 85 уровень. Тебе за рыбой отправляем. Так, этих заодно сразу проверим. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А здесь у нас руны и опять же тусклый янтарь. Хорошо. Так, этот у нас пришел, прилетел уже, да? Что ты нам дашь? 120 тусклого янтаря. Я абсолютно не удивлен этому. Абсолютно. А здесь у нас еще до сих пор на тренировке. Так долго. Пускай это тогда тоже летит, прокачивается. Ну и что у нас тут остается? Вообще ничего, да? Вообще ничего. Вот тут только с этим-то мы закончим или нет, в конце-то концов. Я манал, по миллиметру тут продвигаемся. Чего такое, даже древесины не хватает уже. Даже не хватает древесины для того, чтобы нам дальше продолжать прокачивать. Ну что, забираем нашу награду. А что нам там дадут? Отдают нам блестящий янтарь. Всего лишь одну штуку. Так скромненько еще. Так скромненько. Давай открывать паки тогда. Монеты. Кревет, громль, древоруб. Водорез. Ну, водорез, понятное дело, сразу отправляется на свободу. Отпустить. И рекламный. Заберем монеты. Шторморез, кревет, парящий прихвостень. Вот так вот. Слушай, ну у нас уже 4000 рун. Потихоньку-потихоньку приближаемся к нашей цели. К 9000 рун. Ну-ка давай посмотрим. Так, Эрит, лети бесплатно. Сарделька, ты у нас что тут принесешь? 4 руны. Проверяй, иди драконов бесплатно. Кривоклык, изучай яйцо. И Грамгильда у нас будет... дает шестеренки. И будет она у нас возвращение к стене делать. Пока как-то так. Ну что, открываем пак еще. Редкий. Крылатый ужас, шторморез, древоруб, громобой, водорез,
Клыкокрив. Вот как. Клыкокрива мы с тобой получили. Остальных вроде бы все, да? Все работают, все пределы. Ну да, все пределы остальные. Ну что, идем тогда смело на события, ребят. Будем начинать. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, короче, 15, я так понимаю. Три заходки нужно будет сделать, чтобы пройти драконий корень распространения. Три заходки, ё-моё. То есть три дня. Ну что, два злобных змеевика нас тут преследуют. Начнем, пожалуй, вот с этого. Это у нас шустрый. Мы будем бомбить хитрыми. Блин, этот усиление сделал. Слушай, а тут одна волна пока. Так что можно особо сильно не напрягаться. Ну что, добьем? Вот и все. И достается нам древесина. 75 миллионов. Мало, конечно же. Но зато 50 рун. Оп, урвали. Замечательно. Ну что, переходим на следующий. Кстати, 200 рун, которые здесь будут в конце даваться, они нам очень даже не помешают. Но мне бы хотелось бы события проходить, например, вот как с наборами плеваки, чтобы были, да, в них... Помнишь, в последний раз? 350, 250 рун. То есть это лучше, чем здесь просто получить за полное прохождение события каких-то 200 несчастных рун. Когда из пака можно вытянуть намного больше. Так, ты что делаешь? Понижаешь атаку Барсику? Это непорядок. Да ну хорош! Что у вас такая супер мощная инициатива-то? Все прям ходят, а? Друг за другом. Так, Водорез сейчас что-то... Я думал, будет хуже. Ну-ка. Добиваем, и остается лишь водорез. Ну вот сейчас он, наверное, нахлобучит, да? Чего-то ничего у него не получается. Он что-то пытается, но безрезультатно. Ну, сейчас будет хиляться. Только это ему не поможет. Это ему не поможет. Ну вот и все. Очередное колесо крутанули и получаем прилив сил. Неплохо. Прилив сил — это всегда хорошо. Тут у нас, кстати, впереди загадочный пак еще будет. Да, очень много вот этих вот боевок идет. И награды идут через одну, через две. И я смотрю, две волны уже начинается. То есть была одна... Стало две. Так, вообще-то надо было с этого начинать. Да. Продолжаем тогда бомбить сюда. Потому что это у нас шустрый, он разбирается довольно быстро. А с хитрым уже разберемся позже. Опять куда-то музыка исчезла. Да что ж ты будешь делать? Я вот не помню еще ни одной игры, чтобы у нас все было четенько. Так, он опять здесь. Он опять сюда прискакал. Ладно. Ну что, змеевик, ты остался один и... Нет тебе пощады, он еще и усилился. Ха. На-ка. Что на этот раз нам выпадет? Рыба? Рыба. Ну слушай, мы, кстати, сможем отправить дракона... За железом у нас руды... Ой, рыбы накопилось приличное количество. Так, и забираем загадочный пак. И два поединка у нас сейчас будет. Обычных, самых простеньких. И 1400 тусклого янтаря положим к себе в карман. Злобный змеевик, один. Обожаю, когда две волны и в первой всего лишь один, так сказать, дракон. Ну что, жарим. Вот.
Тут у нас соляночка полнейшая. Поехали. Добиваем. Ну, остается костолом плюс громобой. Сейчас я возьму громобоя на себя. Поехали. Раз, два. Хильнемся. И вот так. Сейчас громобой, скорее всего, сделает масуху. Угу. Ну, заблокировал способности, как мы видим. Я думаю, что это не сильно скажется на наших драконах. Уж как-нибудь мы это переживем. Так, давай, наверное, хильнемся. Хотя можно было бы сделать немножко по-другому. Его ослабить через понижение брони. И потом же так же Кривоклык его мог бы добить. А здесь уже 112 миллионов рыбы. Замечательно. Ну что, последний поединок у нас на сегодня здесь намечается. Погнали. И тусклый янтарь. Кстати, я, по-моему, еще не ставил, да? Тусклый янтарь переобразовывается в чистый. Так что сейчас мы поставим, наверное, сразу на две штуки там у нас уже накопилось. Ну давай. Ох ты, три стража. Три стража. Ну, я с громобоя начну. А эти у нас бегуны с разбега. Ну, все как полагается. У стражи есть, как бы, один огромный плюс для меня, ребят. Что они наносят не очень сильный урон. То есть они крепкие сами по себе, да? Крепкие. Но и урон у них слабый. Бэмс. Ну вот, начинается. Переключились на Барсика. Пытаются его всячески, ребята, уничтожить. И, скорее всего, у них это получится. Потому что здоровья у него мало. Этот сейчас добьет подхалим. Но это ровным счетом ничего не меняет, потому что с одним костоломом мы уж как-нибудь справимся. Конечно, Барсика потеряли. Но у нас часто так бывает, что одного бойца, бывало, даже и двух драконов теряем. И все равно выигрываем. Так что и в этот раз то же самое получилось. Так, ну смотри, необычный пак нам достается здесь. На удивление. И 1400 тусклого янтаря. Все, забираем. Прогресс 29%, как ты видишь. Все, энергия закончилась. Ну, давай. Ага, рыбы по максималке. Так, я хотел отправить. Блин, а этот за древесину пашет. Вот этого отправляем. Так, вернуть. Лети. Так, а теперь можно забирать и рыбу. И пак. Рыба. Так, слушай, ну тут много рыбы. Размягчитель, отпускаем его на волю. Размягчитель у нас есть. По-моему, даже в свое время их было очень много у нас. И загадочный тогда сразу же откроем. Кревет, громель, громобой. Я, наверное, сейчас попробую, знаешь, что сделать? Открыть с древесиной пак. Что-то как-то они мало дают, конечно, дерева. И вот этого парня отправить тоже за железом. Спросишь, куда тебе так много железа? Ребят, ну, чтобы прокачать драконов на следующий уровень, там тонны нужно древесины. Просто тонны. А, кстати, по поводу прокачки, дай-ка я кое-что гляну. Ну да, тут только нужны будут драконы. А у нас всего лишь, два дракона нужного уровня. Представляешь, два. Так, где мои там? А почему-то я на титана не отправил. А, ну правильно, у меня.
Все, и академка уже забита. Кем она там забита, ума не приложу. А, тут еще есть, которые не докачались с того момента. 5 часов, 1 час. Ладно, пускай тренируется. Ну что, друзья. Ну а на этом, пожалуй, сегодня будем и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.